Светлана Колесник еще со школьной скамьи знала, что свяжет свою жизнь с горным делом. Окончила Солигорский, тогда еще горно-химический техникум, затем Московский институт. В Беларуськали устроилась в 1990 году в отдел технического контроля. В центральную лабораторию Светлана Колесник пришла в 1997 году. Прошла путь от лаборанта химического анализа до начальника центральной лаборатории. Накануне профессионального праздника женщина будет отмечена знаком «Почетный химик» за многолетний добросовестный труд, достижение высоких производственных показателей. Нет, я не ожидала. И я, конечно, могу сказать, что если думать и размышлять на тему закономерность это или удача, это, скорее всего, удача. Потому что говорить, что это закономерность, было бы слишком самонадеянно с моей стороны. Любая удача – это совокупность составляющих. Вот основная составляющая моей удачи – это люди. На протяжении всей моей трудовой деятельности мне очень везло на людей. И сейчас, работая начальником лаборатории, рядом со мной очень крепкий, надежный костяк. Это два моих заместителя, Вероника Шкляр и Татьяна Козючец, и начальник химической лаборатории Усович Елена Ивановна. Это прекрасные, талантливые женщины, настоящие помощники. И, конечно, если бы не они, не их помощь, вряд ли бы мне удалось самореализоваться. И, разумеется, не было бы никакой удачи, если бы мой труд не был оценен руководством Беларуськали. Я очень благодарна Головатому Ивану Ивановичу. Мне очень приятно. Центральная лаборатория идет в ногу со временем. 220 человек. Здесь работают профессионалы своего дела. Ежедневные планерки, живое общение, новые задачи. Специалисты занимаются исследованием калийных и комплексных удобрений, вод, почв, атмосферных выбросов. Работа в центральной лаборатории очень интересная. Это очень разноплановая работа, многосторонняя. Это и технологическое направление, работа на технологии, оптимизация технологических процессов. Это санитарно-промышленный контроль, это и контроль состояния почвы, воды, воздуха, контроль выброса в атмосферу. Это работа химической лаборатории, поэтому не рутинная работа. Поэтому очень интересно, и каждый день что-то узнаешь для себя новое. Любимая работа – та, на которую идешь с удовольствием, выполняешь качественно и завершаешь с удовлетворением. С любовью Светлана Колесник рассказывает и о своей семье, детях и внуках. С гордостью о градообразующем предприятии «Беларуськали», трудится на котором вот уже более 30 лет. Для огромного коллектива «Беларуськали» – это не только название предприятия, но и уже стиль жизни. Наше предприятие расширяет людям кругозор. Они много ездят, путешествуют, они привлекаются к спорту, коллектив оздоравливается, люди раскрывают свои творческие способности. Более того, я совершенно убеждена, что наше предприятие прививает работникам такую черту, как перфекционизм. Ведь любое новое дело, любое направление шлифуется, совершенствуется, разрабатываются мероприятия по улучшению. Если это удобрение, то превосходного качества. Если это проведение мероприятия спортивного, культурного, любого, то только на высоком уровне. Если это выпечка хлеба, то только как у мамы, душистого, ароматного, с хрустящей корочкой. Да, Беларуськали – это планка, высокая планка. Люди чувствуют это, держат спину прямо, им есть чем гордиться.